Ну что, друзья, мы в Икеи сегодня. Погуляем. Нам надо там посмотреть, со шторами связано то, что и... покажем вам. Постельная full или queen, $60. Потом здесь еще есть тоже постельные простые наборы однотонные в Икее, я напоминаю, мы тоже full queen, $99. Тоже вот queen, $59.99.
Вот что мы Габусе купили от бабушки. Это от бабушки Вали. На. Габи выбрала в магазине. Идем, идем в твою комнатку, Габуся. На новый стульчик, который мы тоже купили тебе. Идем быстрее, быстрее, скорее в комнату в твою. В твоей комнате на столике. Сейчас мы будем играться. Ура! Вот здесь. Вау! Здесь Габи будет сидеть, играться вот здесь за столиком. Вот здесь можешь разложить свои игрушечки. Это стульчик для попы. No, nothing can clean down. But maybe we put it right in looking in the window. That's a good idea. Нет. That's a good idea. Это не good idea. Зачем возле окна? And we want to look in the window in bodies. We want to... Хочешь, я тебе вот этот столик, Габи, поставлю вот туда? А, ты хочешь сидеть и смотреть в окошко? I don't want. Но ты стульчик можешь ставить, где ты хочешь. Yep, I want to light it. Вот. Это. Сколько всего, посмотри, Габуля. Прямо коляска, как коляска, кроватка, как в Икее. Столик, как в Икее. Это коврик или это одеялка? Ой, смотри, как красиво все. А, здесь все это вместе соединено, надо разъединить. И шкаф, Габи. Шкаф. Nothing in there. С полочками. Nothing. И стульчик детский, икеевский. Вот такой. Все, посади игрушечки свои туда. Нет, это игрушечка. Не-не, это игрушечка, сейчас мы отсоединим ее. Тут есть подушечка у нас, простынка. Целый наборчик лежит внутри. Мы сейчас раскроем подушечка, одеялка и простынка. Здесь все вместе лежит. Мы сейчас все это разложим. Вот здесь можем вот так поставить. No, no. Нет? Посади какую-то куколку. Посади куколку кушать за столик. No, he not here. Это баба Валя купила подарок для Габи. Китчен. Это китчен здесь будет? Да. Дом каждый. Ну все, прелесть. Сейчас я у тебя эти книжки вытащу, переставлю на полку, чтобы ты могла играться. А вот здесь еще внутри можно сделать вот эти вот, как будто это что, это кубики? Хорошо. Коробка с обувью, это в шкаф можно положить. Так. А вот здесь еще можно делать подделки. Так как... Да, Габуля, так как что? Что там написано? Letters. Да, там написаны буквочки. Oh, no. Я вижу. Read. Прочитать. Так, здесь написано Design and Quality IKEA of Sweden. Alan. И на ихнем языке. На. Oh my gosh. Maybe. Вот здесь в шкафчике еще есть место для вешалочек. Видите? Не-не, Габи, убери. Вот, let's видишь, see. вот здесь. Подожди, мы... Не видно. Вот здесь даже можно вешать вешалочки. А эти вешалочки мы возьмем, Габи, вот отсюда. Вот здесь такая бумага, она выдавленная. Видите, можно вырезать. Это зеркало или картина. Вот это, кстати, все, что есть в наборе. Столик, стульчик, кроватка, шкаф, одеялка, подушечка, простыночка, коврик. Вот это можно сделать окошко. Это все выдавлено. Это... Выдавлено, и ты из этого делаешь, можно разукрасить, и эта лампа, это все выдавлено, и типа как такой интерьер сделать. Видите? Это все мы будем делать. Вот я здесь освободила, чтобы эти игрушки сюда перенести, а это наверх, короче, будем играться сейчас с Габи. Кроватка детская, она еще раздвигается. Как взрослая киевская, она же, ну, не взрослая, а детская, она раздвигается. Вот эта часть вот здесь. И можно двигать, она складывается. Мы вниз перенесли игрушки, маленькие все ее. Вот все фигурочки. Hi! My name is Gabi.
Габи. Как твой name? Габи. А, и сколько тебе лет? 4, молодец. Что ты сегодня кушала? Где ты сегодня была? I'm eating ice cream. Кушала мороженое, правда? I'm going to IKEA in Walmart. Walmart, ходила в IKEA и Walmart. Вот так вот, понятно? Тебе нравится, как у тебя все здесь, Габуся? Еще и стульчик отхватили за $3. Ты можешь двигать, как ты хочешь его, да. Вот так удобно сидеть и играться. Боже мой, я бы сама тут сейчас сидела и играла. Мама, I know little Lopi was this. Да, когда я была маленькая, тоже игралась так, да? Then... Маленькая мебель. Ой, какая прелесть вообще. Look, именно такой киевский Mama, вариант. I'm little, so cute and so little. And I'm a baby. I'm a old cat that hard and mess. Хотела еще под кровать сегодня купить такие ящики выдвижные. Ну, что-то как-то дорого. Причем в IKEA сейчас новая такая фишка пошла. Они продают пластиковые ящики отдельно от крышек. И даже контейнеры для еды, крышки отдельно. А вот контейнер сам стеклянный отдельно. Такое что-то странное. Вон сколько маленьких у нее фигурок всяких там. Ой, боже мой. И Пеппы, и Патруль. Вот там вот. И вот эти вот Шопкинс. Только здесь не видно, свет мешает. То есть недостаточно света. Там Шопкинс. Ой, все вот это маленькое нравится. Ну, в общем, прелесть. Вот эту игрушку она закрашивает. Это здесь сидит. А здесь у нее книжки перенесла. Ее все книжки детские. Тоже игрушки, игрушки, все розовое, розовое. Hi, guys, мои зайки. Мои лялечки. Я в комнатку приду. Так, вот, значит, кроватка, вот она так раздвигается. Может делаться разного размера. Значит, к этой кроватке мы имеем простыночку вот такую. Вот такую простыночку. Так. Причем она увеличивается не только на большой размер, так и на маленький. Да. Так. Мы ложим подушечку сюда кладем. Мы кладем... Кто здесь будет спать? Тирекс. Тирекс. Но это не его, это игрушечка. Сюда может какая-то, например, девочка лечь. И одеялко таким накрываем его одеялком. Да, Габи? Все, и он спит. Не надо, зачем ты это убрала? Это же в его комнатке стоит шкафчик вот здесь. No, mommy, I'm supposed to be right there. Все, играйся, я тебе не мешаю, Габи. Играйся. Иди туда, я сейчас к тебе зайду иду. А ты не будешь ее в шкафчик? А Идошка получил свечку сегодня, покажи. Ну, уже голова кружится, господи. Так, свечка. Ой, как пахнет. Smells really good. Ой, прям вот этими ягодками. Большая эта свечка. Yeah, we're gonna put it in my closet now. I already have another set. Да, у него есть старая. Мы давно покупали в IKEA. Он ее пытался ковырять здесь. Чем оно пахнет? Оранж какой-то. It's supposed to be like orange. Это пахнет вот прям свечкой какой-то вкусной. Так, все ставь это. Куда ты там? Put this over here. So my sweatshirt smells double whammy. И вот это тоже поставь все равно назад. Еще шортики сегодня прикупили в Walmart, да, ему? Where are my headphones? Вот боком встань, это вот эти вот боком вот этим встань и замри уже. Вот я их за $10 купила. Подними кофточку. Да, вот такие классные. Вот, и мы еще купили ему на Rain Shoes, Rain Boots. Ну, они неинтересны. Где твои headphones? Я не знаю, по-моему, они внизу на столе. Танцор диско. И купили, в общем, мы дошки. Что-то мы, короче, накупили всем деткам сегодня всего. Накупили всего-всего-всего. Моя прическа. Все, мы с папой сейчас идем, пока дети заняты своими игрушками и новинками. Пить кофе, немножко отдыхать, потому что сегодня воскресенье, завтра понедельник. И начинается рабочая неделя. Все, вам желаю хорошей недели, хорошего настроения.
и до встречи. Пока!